Крупное ДТП в центре Алматы. Сразу 14 автомобилей там протаранил трамвай. Многотонный вагон, раскидывая машины на одном оживленном перекрестке, скорость не сбросил. Остановился лишь после нескольких столкновений на втором, вылетев с рельсов. Обошлось без жертв, но пятерым пострадавшим потребовалась помощь врачей. О причинах аварии пока не сообщается. Очевидцы же утверждают, что водителя в кабине трамвая в тот момент не было. Вроде бы он вышел устранить неисправность, а вагон тронулся с места. Это уже второе подобное ДТП в городе за месяц. В конце сентября трамвай также выехал на перекресток. И тогда одной из причин происшествия назвали невнимательность водителя, который покинул транспорт и не заметил, как тот тронулся.